Здарова всем, ребята, Акента пока на проводе, и прямо сегодня у меня будет дуэль против скилла. Это топ-1 снайпер в мире. Ребятки, обязательно пожелайте мне удачи и пожелайте мне не обосраться. Играем Only A, и надеюсь то, что я смогу скиллу навалять. И чтобы получить данный замечательный М9 байонет, тебе надо первое, поставить лайк и подписаться на мой канал. Во-вторых, написать любой хороший комментарий плюс свой ID. И третье, самое важное, посмотреть все видео от начала до конца без единой перемотки. К вашему вниманию представляю обновленный сайт GG Standoff. На него добавили новые кейсы и добавили новые скины с обновления 0.14.0. И конечно же, в честь обновления на новые кейсы скидка 50%, тут ты можешь выбить даже перчатки. Тут есть бесплатный барабан бонусов, а по моему промокоду вы получаете еще один такой же самый барабан бонусов бесплатно. При пополнении вводи мой промокод и получай 40% обратно к пополнению. Также у них проходит конкурс на голду. Все нужные ссылочки ты найдешь в описании. GG Standoff — мой выбор. Ребят, чтобы понимали, скилл — это действующий киберспортсмен, он играет очень-очень хорошо, и я скажу вам только одно, то что это будет реально очень-очень жестко. Так, ну что, братва, полетели! Скилл готов в задницу, я сказал, что мы играем Only A, здесь скилл правила нарушать не будет. Так, оля, а что это он бамбу выбросил? Значит, скилл с Tech9, я уже услышал, Tech9 взял, да? Погнали, пусть победит сильнейший! Давай-давай-давай-давай, скилл! Оля! Оля, 10 кп, пацаны. Пора отступать. Вы уж меня, конечно, извините, но тут, как говорится, мои полномочия, все. Фух, ребята, как же это сложно. Дуэль против топ-1 снайпера мира. Просто поставьте лайк за это видео и подпишитесь на канал Кента ПК. Так, ну что, мужики, полетели. Просто полетели. Слушайте, ответьте мне, пожалуйста, на один вопрос. Как он узнал? Ну, это что-то нереально. Это просто что-то... И теперь получается, я по дефолту проиграл второй раунд, потому что у меня нету дропа. Ну, давайте рискнем, я попробую поиграть с дробашом. Посмотрим, чем же все это закончится, возможно, мне повезет. А вдруг дробовик в моих руках начнет стрелять так, как надо? Он топает. Иди сюда. Я тебя породил. Я тебя и убью! Ой, ля. Вот зачем я пошел пушить? Все, ребят, все, пошутили, хватит, теперь... А, у меня теперь опять нету бабла. Понимаю. Обратно играю с моим любимым дробовиком. А давайте флешечка. Слушай, а как он узнал, что я там и не в пункту сижу? У меня чуть такие подозрения, что скилл стрим снайпер. Ну сейчас-то я должен взять хотя бы раунд. Хотя бы раунд-то должен взять, не? Не палимся. Спалился. Не, слушай, скилл, ты читер. Чувак, ты читер, я просто не верю, что это честная игра. Это скилл просто читер. И скилл жестко спалился, пацаны. Я не верю, скилл читер. Нереально, насколько хорошо играет. Ой, ля, страшненько. Очень страшненько. Ой, нет, хочу к мамочке. Скилл. И закаточка. Пошел камбэк, пошел родненький. Все, ребят, начинаем камбэчить против этого негодяя скилла. А то этот молодой человек прям слишком много себе позволяет. 4-1 уже играет. Это скилл снайпер. Не стрим снайпер, а скилл снайпер. Вот так надо называть. Ой, ля, пацаны, 4-1, 4-1. Ой, скилл-то. Люди добрые, помогите. Посмотрите, что происходит. Пытаются прострелить. Нет, ты давай этот батон не перегибай. Давай иди сюда. Ща мы, говорится, с тобой разберемся по-мужски. Или не разберемся, или разберемся. Но я смотрю, у него какое-то нормальное оружие, под АКР-12. А! Мать моя женщина! Ну вот тут я просто не среагировал. Тут, пацаны, тут уже мой косяк. Тут уже некого обвинить. Тут я просто, говорится, мог его забрать на язычах, но немножко, говорится, обсерился. Счет 5-1. Конечно, не лучший счет для того, чтобы снять видео-дуэль против скилла. Не, пацаны, ну я скажу вам только одно. Скилл, стрим-снайпер, читер и еще голимый айпадер. Короче, есть план. Я вот тут вот сяду. И скилл по-любому не будет ожидать, где я нахожусь. Как вам идея? Ну, как по мне, пулендри. Вот тут просто будем сидеть и ждать скилла. Давай, 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 скилл. Как говорится, ловись, рыбка большая, маленькая. Вот 2-5 это уже хотя бы, ну, какой не стыдный счет. Но 1-5 это позор, пацаны, лютый. 5 минут later. Как? Да это стрим-снайпер. Не, это стрим-снайпер. Подождите. Как узнал? Да ну нахрен! Не, это стрим-снайпер, пацаны. Вы уж меня извините, реально стрим-снайпер.
2-6. Ребят, изикаточка. Но для меня киберспортсмена Кент УПК это вообще изикаточка. Как же мы хочу хедшот прописать. Я второй раз сродился. Нормально, лоу хп, лоу хп, лоу хп, по факту. Лоу хп, лоу хп. Давай, давайте проверку на лоха. Ну он же ждет, он же ждет! Скилл, короче, ладно, не буду крысить, как ты. Где скилл? У него явно лоу хп, лоу хп, лоу хп! Скилл! Нет! Мужик, давай! Уху, 3-6! Оу, бэби, ты-ты-ты-ты, оу, бэби, ты-ты-ты-ты. 3-6, Кентуха делает комбик. Блин, пацаны, а прикиньте, сейчас еще его выиграю. Вот это будет приколяс. Если его сейчас затащу, пацаны, ну это просто имбирь. Ой, ля, 3-6. Нормально, нормально. Уже потихонечку камбэчим, пацаны, осталось немного еще. Еще 5 раундов. Поверьте мне, скиллзол. Ну я говорю, скиллзол. Сразу видно, скиллзол. Я сразу понял. Мне просто интересно, как у него такие вантапы получаются. Прям что-то нереальное. Так, все, не палимся, не палимся. А-а-а, 4-7. Ребятки, вот это да, я просто хочу жить. Не-не, не дамся живым. Скилл пытался меня на нож посадить. Не-не-не. Так, все, ребят, я скажу вам только одно. Скилл зол. Однозначно скилл зол, притом, скорее всего, он зол очень-очень сильно, потому что... потому что у него не получилось меня зарезать на нож. Ничего, счет 4-7. Давайте ему дым туда кину. Скилл. Вот, лови подарочек. С Новым годом. А, это он простреливает? Я думал, он уже прошел. Кил, чтобы понимали, он говорил, что он пройдет по 10 часов времени в игре каждый день. По 10 часов. И вот результаты. Ну чё, скилл. Блин, я опозорился. Не, ну пацаны, 4-8 против топ-1 киберспортсмена. Топ-1 снайпера, я считаю, достойно.